Резонансное уголовное дело уральца, который устроил резню в парке Ургупса в Екатеринбурге, передано в суд. По версии следствия, в июне прошлого года 43-летний Руслан Закиров тяжело ранил рыбака и убил случайного прохожего. Как следует из материалов дела, причиной жесткой расправы стала удочка, которую подозреваемый похитил у рыбака. В ходе конфликта Закиров нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего зарезал прохожего, который стал свидетелем происшедшего. В тот же вечер мужчина напал с ножом еще и на студентку, но девушке удалось убежать. Спустя 2 дня сыщики задержали подозреваемого, который ранее сидел 15 лет за убийство. Рецидивисту предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.